Московский ЦСКА взял первые очки в Лиге чемпионов. В гостевом матче армейцы буквально вырвали ничью у немецкого Байера. Матч начался для армейцев как страшный сон. Уже к 15-й минуте москвичи проигрывали 0-2. Оказалось, что дальше будет только хуже. Но игроки ЦСКА нашли в себе силы и переломили ход игры. Сначала на 36-й минуте красивейший гол забил Алан Загоев. И еще через 2 минуты Роман Еременко сравнял счет. Неожиданный камбэк. После перерыва хозяева много атаковали, имели несколько опасных моментов. Даже забили гол, но из офсайда, естественно, его не засчитали. Но порой немцам откровенно не везло. Ну а в некоторых моментах прекрасно действовали и защитники ЦСКА. И главное, конечно же, вратарь Игорь Акинфеев. Кстати, голкипер ЦСКА стал лучшим футболистом матча. Акинфеев отразил 7 из 9 ударов в створ ворот. И несколько из них действительно были очень сложными. Правда, так и не смог он все же прервать свой антирекордную серию и пропустил уже в 38-м подряд еврокубковый матч. Итоговый счет 2-2 вполне устроил армейцев. Во-первых, они заработали одно очко, ну а во-вторых, забили Байеру на выезде 2 мяча, что теоретически может иметь значение при распределении мест в группе Е. Начало было достаточно обескураживающим для нас, потому что пропустить 2 мяча в первые минуты мы очень опасались этого, потому что всегда требуется какое-то количество времени или какое-то количество матчей для того, чтобы перестроиться на уровень скоростей Лиги чемпионов. Сегодня нам для этого понадобилось 15 минут, но эти 15 минут могли быть роковыми. Но я хотел бы сакцентировать внимание на положительных моментах, на том, что при таком отрицательном результате мы смогли перестроиться, смогли сравнять счет, и в целом, я считаю, уже, если убрать вот эти первые 15 минут, то выглядели достаточно качественно. И во втором тайме уже ни в одном из игровых компонентов мы не уступали сопернику. Мы можем быть конкурентоспособными, да, в Лиге чемпионов в своей группе. Я думаю, сегодняшний матч показал, какие будут результаты. Я думаю, что каждый матч в нашей группе, я думаю, что будет очень напряженный. И борьба, я надеюсь, будет идти до самого конца. Уже 27 сентября армейцы привезут Лигу чемпионов на свой новый стадион. Соперником красно-синих станет номинальный фаворит группы лондонский Тоттенхэм, который в первом туре дома неожиданно уступил Монако 1-2.